Desert Eagle. 10 рублей в день. Ёмки, как, сука. Так. 35 миллиметров игра. Буквально, ну это инди игра, сразу скажу, из этого скачал. В стиме она продается, вот. Видите, то есть, что сразу в глаза бросается, да, сразу буду про нее, про игру говорить. Нет интерфейса, то есть не то, что он какой-то минималистичный, его вообще нету, да. То есть мысли персонажей написаны и их реплики. Ну давайте пробежим. Дело в том, что я вот тут дальше играл, я, короче, вот куда-то до туда дошел, но тут, видите, нельзя сохраняться, когда хочешь. Игра сама сохраняет. То есть, так, ну что, интерфейс тут как бы есть, но он открывается кнопкой. Вот видите, нож у меня есть, фотоаппарат, 3 еды, 1 батарейка. А вот аптечек нету, я случайно ее использовал. Ой, видите, фонарик есть у нас. Ноги персонажа не видны, вот сразу говорю, вот это такой, конечно, это мелочь, но все-таки, видите, ноги персонажа не видны. Сюжет не объясняется, то есть тут нету каких-то роликов там, да, вы просто начинаете игру и все. Так же, как в The Long Dark, тут нету какого-то насыщения, еще чего-то, да, просто вот так заходим, видите. Как какое-то здание заброшенное, а тут вот ни хера нету. Видите, фотоаппарат. Кстати, фотографии можно просматривать, видите, в настройках. Видите? Типа я фотолюбитель бывший. И на двоечку нож. Кстати, смотрите, вот, оп. Видите? Хорошо. Откройся. Да не-не-не. Откройся. Видите, опять же тут фонарик. Видите, консерву подобрал, то есть... Теперь у меня 4 еды, вот, но, как я сказал, тут нету какой-то индикатора, то есть я не знаю, у меня сытый персонаж, там, голодный. Видите, все тут какие-то бычки валяются. Видите, то есть тут ни хрена нету. Видите, чувак тоже у нас какой-то товарищ есть, непонятен его смысл, он вроде как особо не разговаривает, да, ну, реплики есть. А вообще такая интересная игра, чем-то Сталкер напоминает. Ну так, отдаленно, по крайней мере, отдаленно. В принципе, могла бы продолжением Сталкера служить, если бы тут зомби были какие-то, автоматы. Но вот зомби я пока не видел, и автоматов. Игра не дает особо куда-то по сторонам бегать. То есть я вот до туда добегал, да, вот туда войти нельзя, вот в то здание. То есть игра ограничивает передвижение слегка. Собака, не знаю, может, она куда-то уходит. А так, нету какой-то карты, какого-то сюжета. То есть вы просто придете по дороге, да, вот ваш персонаж вас ведет. У него есть карта, вот там иногда в нее заглядывает. То есть вы просто вот так вот идете по просторам какого-то мрачного леса. Видите, солнца тут нету. Такая графика туманная, все, видите, все в тумане. Чуть-чуть Call of Duty напоминает. Еще, кажется, в Call of Duty 2 бывала такая, когда там леса какие-то, что-то такое. Не знаю, мне в Call of Duty 2 почему-то вспоминается. Тоже туман такой, леса. Угу. На высоком качестве вроде играю, не помню. Сейчас... Да, высокая. Ну, не самое прям сглаживание такое, там ультры всякие не включены, но высокое. Давайте пробежим чуть-чуть, потому что реально игра, она может быть слегка монотонной, потому что это я как бы не с самого начала снимаю, до этого вы еще вот так же бредете по лесу, просто можете пофоткать, я не знаю, видите. Нет, не нож, а фотоаппарат. Вот, селфи сделать нельзя, к сожалению. Видите, у вас фотки сохраняются где-то. Вот, видите. Видите, фотки... Да, сохраняются. Но пока ничего интересного такого не... Ой, не было. Видите, но наш персонаж знает дорогу, опять же. То есть, опять же, особо тут куда хочешь не убежишь. Вон и река впереди. А, это лужа, извиняюсь. Ролик какой-то пошел. Вот это ролик. Это сейчас я не нажимаю ни на что. Что такое?
Походу сейчас пиздец будет, мне кажется, что-то страшно уже. Слышите какой-то шум? О, пиздец, медведь. Я думаю, я с ножом не пойду на медведя. А куда бежать-то? Ой, ебать. Куда бежать-то? Можно еще мертвым притвориться. Я слышал, против медведей хорошо заходит. Когда мертвым притворяешься, эй, ты куда? Блин, смотрите, да? Интересная походка у чувака. А, вон здание какое-то, видите, заброшенный завод. Сейчас в нем запремся от медведя. Вот этого я не знал, кстати. Я вот до отсюда не доходил. Че, все что ли? А, не, бежит за мной. Ну, открывай дверь, что ты стоишь? Вот это ролик тоже идет. Я сейчас ни на что не нажимаю, кстати. А, е-е-е. Пиздец. И чё? У тебя пистолет был, а чё ты раньше не стрелял? Охренеть, я что-то смысла не пойму. А почему он раньше не стрелял? В чем смысл вообще? Нахрен мы бежали. Да. А видите, вот сохранение, видимо. Реально, мог бы раньше выстрелить тогда, во всяком случае. Короче, я что-то на ютубе смотрел, вроде не особо много людей про эту игру ролики делали. Вот. Не знаю почему, вроде ну, такая интересная, я хер знаю. Ешка опять. Не знаю зачем. Я надеюсь, я все правильно... Что за херня тут, кровати какие-то? Больничка, что ли? А в чем смысл? Меня ж никто не бил, не стрелял, не коцал. А почему у меня такое плохое самочувствие? Спички. Пиздец, что там... Смотрите, меня знобит. Ординаторская. Мне кажется, он вспоминает это. Ординаторская. Нет, закрыто. Розетка вон внизу. Да, мне кажется... Опа, можно... Мне кажется, он вспоминает это. Пиздос, тут труп сгнивший. Ах. Смотрите, у меня как бы инвентарь не открывается, у меня ничего нет. Но я зомби слышал. Вот и хоррор начался. До этого как бы хоррора не было. Реально, смотрите, тут противогаз лежит, нельзя взять. Труп какой-то. А шкаф можно открыть? Смотрите, шкаф можно от... Записка. Сегодня пятый день с момента госпитализации. Палаты уже переполнены. Бла-бла-бла, судя по суете и беспорядочным действиям. Врачи, они в панике и сами не знают, что делать. Носят респираторы, а кто-то даже противогазы. Выдают какие-то лекарства, да только пользы от них не ощущается. Процедуры никакие не проводят. Половина медицинских аппаратов не работает. Видимо, все разворовали, бла-бла-бла. С родными общаться не дают, информации никакой не делятся. Сука, тут есть кто-то. Поговаривают, что эпидемия случилась не только в нашем городе, бла-бла-бла. Короче, да, тут в городе эпидемия была, я так понимаю, то есть это зомби какие-то. То есть тут ролика нету, как я сказал, вступительного, то есть я не понимаю, что тут произошло, да? Зомби или зомби-апокалипсис, Чернобыль рванул или что? Я слышу кашель чей-то, это я слышу. И трупы валяются, это я вижу. Нету желания обыскивать, пиздец, все ящики, то есть... Труп какой-то перерезанный даже. Так, пиздец тут. Можно хоть оружие, ебатюр. Это прям Outlast какой-то, почти, почти. Это не совсем, видите, можно включить фонарь. Outlast, но почти, почти. Открывается... Смотрите, трупы в мешках. Оп. Мне кажется... А ну. Нет, ничего. Аптечка написана. По сути, аптечки в этой игре можно подбирать, но я не знаю. Смотрите, вот я сейчас ничего не делаю. Сейчас ролик какой-то идет. Outlast, пацаны, это Outlast. Зомби какой-то вышел. А вот это сейчас стрёмно. Это он вспоминает? Не думаю, мне кажется, ему мерещится. Он просто, может, медведя, когда увидел, охренел от страха просто. А что такое, что-что? А, это вообще сон был. Это вообще время промо... Ну, я понял.
Короче, как-то так. Я бы не сказал, что это топовая интересная игра, но, в принципе, поиграть можно, тем более хорроров никаких нет. Вот так, подписка, лайк, все дела. Надеюсь, ролик понравился.